Телевізійна школа краси представляє. Привіт! Волосся є яскравою ілюстрацією різноманітності людей, які населяють нашу планету. Так, жмут волосся на маківці борця сумо настільки тісно асоціюється з його спортивною діяльністю, що урочисто відрізається по закінченню борцем його кар'єри. В Камбоджі нареченим роблять спеціальні стрижки, аби відвести від молодят дію злих сил. В Малайзії смертельна кара загрожує чоловікові з довгим волоссям. А в індійському штаті Пенджаб, навпаки, законом заборонено носити коротку, акуратну стрижку. Ми знаходимося в салоні перукаря стиліста Ігоря Кучнєва. І зараз дізнаємося, яка робота нас чекає. Оскільки ні традиційних, ні законних обмежень в зачісках ми не маємо. Добрий день. Мою клієнтку зовут Аня. Ми з нею вирішили покраситися в коричнево-золотисто-рижий цвіт, простричь волосы і зробити повсякденну укладку. Решили мы создать покраску крупными блоками, поэтому много времени уделять не будем описанию покраски, так достаточно будет понятно все из увиденного. Пористые волосы нуждаются в более тщательном пропитывании краски. Поэтому никогда не жалейте краситель, если волосы имеют пористую структуру, как в данном случае. Одну сторону мы прокрасили, идентично прокрашиваем и другую сторону. Хочется еще раз уделить внимание. Пористые волосы обязательно прокрашиваются толстым слоем краски. Не жалейте краситель, иначе цвет не получится у вас насыщенный и яркий. В середині 17 століття зароджується новий художній стиль – барокко, засновником якого стала Іспанія. Не лише Іспанія, а й Франція, Англія та інші країни освоювали та розвивали зачіски, стиль яких відповідає одягу тих часів. Модні на той час високі вороти жабо вимагали зачісок великого об'єму. Вони прикрашалися дорогоцінностями і покривалися капелюшком-беретом. В складних зачісках іспанців нерідко блищать золоті і срібні, в буквальному смислі, локони. Желання Ані – сохранить длину, убрать все мертвые концы волос и эксклюзивно преобразить фронтальную зону, к чему мы сейчас и приступаем. Открываем лицо, снимая зону виска. Сейчас переходим к стрижке верхней зоны. Снимаем ее тупым срезом. И подтягиваем все волосы к первому срезу. Тщательно вычесывайте, чтобы линия получилась ровной и красивой.
Далі у нашій програмі – словник перукарських термінів. Тупірування – збивання пасма волосся з внутрішнього боку без наскрізного проникнення зубців гребінця. Тушування – плавний поступовий перехід від короткого волосся до довгого. Переходимо к стрижке зони чолки. Стрижем ее тоже тупым срезом, сохраняя густоту и максимально длину. Следите за тщательностью вычесанных волос. И продолжайте стричь прядь за прядью, накладывая крайнюю постриженную. Какой бы опытный мастер не был, стрижку обязательно нужно проверить. Все пряди должны быть подстрижены ровно. Мы закончили стрижку, закончили окраску. Приступаем к повседневной укладке. Мы продолжаем навчатись доглядати за волоссям в домашних умовах. Порада від Ігоря Кучнєва. Сегодня мы коснемся темы химически обработанных и пористых волос. Пористые волосы без того считаются больными волосами, они теряют влагу. А химическая обработка, конечно, приносит свои коррективы по уходу за такими волосами. Такие волосы нуждаются в интенсивных шампунях, лечебных шампунях для очень поврежденных волос. И в то же самое время нужны кондиционеры для поврежденных волос, которые ухаживают за внутренней структурой волоса. Конечно же, нужно избегать термических обработок волос. Интенсивное воздействие повышенных температур полностью может уничтожить ваши волосы. Такие волосы требуют очень тщательного ухода, любви и бережного отношения к себе. Волосы обработали лосьоном для сохранения цвета и для усиления блеска окрашенных волос. Перед укладкой слегка подсушите волосы. Это поможет вам быстрее достигнуть конечного результата. Волосы мы уложили с помощью фена и круглой щетки. А сейчас завершим укладку с помощью керамических щипцов. Эти щипцы придадут больше блеска волосам и более длительный останется эффект прямых волос, эффект рекламных волос. Такие щипцы, именно керамические, профессиональные щипцы, с терморегулятором можно купить в отделах Фризель. Керамические щипцы очень быстро нагреваются. Достаточно буквально 10-15 секунд, и щипцы готовы к работе. Современный мастер, я уверен, не сможет обойтись без таких щипцов. Их пластины – одна молекула, которые будто бы смазаны маслом, а значит, не травмируют волосы, а сохраняют их природную эластичность, красоту и блеск. Эффект выпрямленных волос после применения этих щипцов держится в несколько раз дольше. О блеске, я думаю, не приходится и говорить. Нехай зачіска завжди буде яскравою ілюстрацією вашої особистості. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. Нехай щастить. Будьте оригінальні і не стремітесь бути похожими на кого-то. До свидання. Програму створено за сприяння індустрії краси «Леді Стар».